Всем привет! Сегодня у нас будет легкий завтрак, и я покажу, как я его готовлю. Для этого нам понадобится один помидор, один огурец, брынза, я буду использовать 60-70 грамм, и зелень петрушки. Соль сюда не нужна, брынза уже соленая. Овощи я помыла. Начнем с огурчика. Нарезаем его фигурным резаком. Так будет гораздо красивее смотреться и аппетитней. Выкладываем красиво огурчик. Так вот веером. Теперь займемся помидором. Вырезаем сердцевинку. Нарезаем на такие не толстые кусочки, которые будет удобно кушать. Также красиво выкладываем помидор. Растягиваем его по тарелочке. Осталось порезать брынзу. Нарезаем на тоненькие кусочки. И выкладываем на тарелочку. В завершение добавляем петрушку. Наш завтрак готов. Кому понравился мой рецепт, готовьте вместе со мной. Ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Подписывайтесь на мой канал. Приятного всем аппетита! До встречи на новом видео!